Хорошая погода летом, награда почти для каждого жителя региона, но некоторые больше сейчас ждут немного другого поощрения. Речь об участниках конкурса детского творчества «Полицейский дядя Степа», который проходит в Иркутской области. Уже в конце недели станут известны авторы лучших работ, ну а сегодня члены жюри оценивают претендентов. Такое количество кукол в полицейской форме увидишь нечасто. Более того, это даже не магазин игрушек, а музей истории города Иркутска. Именно здесь пройдет выставка с говорящим названием «Полицейский дядя Степа». Познакомиться с экспозицией сегодня могут лишь члены жюри. Анатолий Стрельцов – один из них. В этом году, что мне очень понравилось, что кроме кукол, кроме подделок, еще есть сюжетная какая-то основа. Они помещают своих героев, свои изделия в какую-то среду. Вдумчивый подход у семьи. Вот не только уже у ребенка, а у семьи. Тем самым, я так понимаю, мама заинтересовала, папа заинтересовал, дети заинтересовали, родители. В основу сюжетов таких миниатюр ложатся рабочие будни сотрудников МВД. Конкурс детского творчества проводится в Иркутской области уже в 7-й раз. Многие принимают участие в нем не впервые, однако есть и дебютанты. Идея этого конкурса возникла именно в Иркутске и в дальнейшем уже нашла себя во всех регионах страны. Сегодняшний день мы можем сказать, что количество изготовленных работ превышает 2000 экземпляров. Часть из них после конкурса отвозят в детские дома. Какие-то экспонаты остаются в золотом фонде региональной полиции. Лучшие работы определят уже 31 мая. Победители и призеры будут награждены денежными сертификатами. Евгений Шоев, Даниил Седов. Новости по будням.